Выездной прием в городе Вахрушево провели 15 февраля медики из Республики Башкортостан. Взрослое население принимали кардиолог, травматолог, окулист, лор, врачи УЗИ, гинеколог. Осмотр детей вели врачи-педиатры, лор и врач УЗИ. У жителей Вахрушево была возможность обратиться к специалистам с проблемами по здоровью и получить необходимую консультацию. А сердце память бережет. Мероприятие с таким названием состоялось 15 февраля в Краснолучском учебно-воспитательном комплексе номер 5 «Перспектива». Его посвятили 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В зале собрались воины-интернационалисты, участники специальной военной операции, школьники, молодежь города. Организаторы подготовили концертную программу с участием Елены Пустоваловой и Дениса Ярового, творческих коллективов города, а также отряда юноармейцев, кадетов и обучающихся учебно-воспитательного комплекса номер 5. А после мероприятия у гостей была возможность посетить музей воинов-интернационалистов. Краснолучские дети с ограниченными возможностями здоровья отправились в виртуальное космическое путешествие. 40 ребят с родителями 15 февраля собрались в Краснолучском центре культуры. Мероприятие для них организовали председатель региональной общественной организации «Союз инвалидов Луганщины» Сергей Морозов совместно с заведующей Стахановским отделением Республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение» Анной Солдатенко. Мобильный планетарий, который недавно подарили Стаханову друзья из Омска, привезли в Красный Луч, чтобы порадовать и наших детей. Не остались в стороне представители Народного фронта. Они, в свою очередь, привезли ребятам сладости, настольные игры, книги и прочее. После путешествия по звездному небу каждый ребенок получил подарок. Педагоги и обучающиеся Краснолучской школы номер 4, Краснолучской школы номер 9 и Хрустальской школы номер 33 приняли участие во всероссийском песенном флешмобе «Нас миллионы русских». Об этом сообщает сайт администрации городского округа. Флешмоб проходит по инициативе военного ансамбля 8-й армии «Новороссия» ЛНР и лично его лидера Романа Разума. До окончания осталась неделя. С 23 февраля организаторы приступят к рассмотрению видеороликов и определению победителей. Видео участников размещены в официальной группе «Нас миллионы русских» в социальной сети ВКонтакте. Там и можно поддержать краснолучан. Победители будут определяться по трем показателям – лайк, репост и количество просмотров. Ссылки на участников из Красного Луча размещены в телеграм-канале администрации. Трем коллективам, одержавшим победу, будет оплачена дорога и проживание в Москву. Победители 4 марта примут участие в большом гала-концерте «Крокус Сити Холла» и споют песню «Нас миллионы русских» на одной сцене с ансамблем «Новороссия» и народным артистом Российской Федерации Олегом Газмановым. За веру, славу!